Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение Surviving Mars. Ну, в прошлой части поработали неплохо, на самом деле, я считаю, что вполне успешно. У нас появился наконец-то университет, и наконец-то он будет нам давать во всякие разные возможности. Это, несомненно, замечательно, потому что теперь люди будут появляться там, где нам это действительно нужно, и я очень рассчитываю, то, что мы сейчас все-таки с вами рванем вперед. Может быть, прям не рванем, но ускоримся как минимум. У нас еще очень много не хватает инженеров, это на самом деле проблема. Здесь требуется вторая смена, потому что не хватает этого производства, то есть на данный момент мы производим 4, расход у нас 2 и еще обслуживание 2,3, то есть мы немножко в минусе. Вторая смена эту бы проблему закрыла, то есть было бы 8, но мы понимаем, что пока столько людей у нас, к сожалению, не присутствует. Хорошо, чем будем сегодня заниматься? Ну, на самом деле, надо достроить как минимум вот эту школьную высотку, посмотреть на технологии. Что касается технологий, я думаю, прорыв изучить как минимум один, а если честно, может быть и два. Значит, смотрите, в школах и учеников могут развиваться черты трудолюбия и хиппи. Ну, не совсем знаю насчет хиппи, трудолюбие сразу же понятно, что это хорошо. Что касается вот этого, колонисты получают бонус к эффективности труда, когда их показатели отмечены зелеными. То есть, если мы с вами даем им все, что необходимо, и я так понимаю, вот этот вот показатель, да, отмечен зеленым. Погоди-ка, все показатели отмечены зеленым? Ну-ка еще разочек. Когда их показатели отмечены зеленым? Ну, то есть, вот показатели зеленые, но вот это не очень, да? Ну, тоже непонятно, почему на самом деле. Удовольствие всех туристов. Ну, туристы нас не интересуют. То есть, нам нужно вот это вот настрой довести, и тогда вообще будет идеально, и эта штука сработает. Поэтому, наверное, давайте все-таки ее изучим. Но вот редкие металлы, к сожалению, у нас подзакончились. Не будем выжидать, пока буря не началась. Ракету отправим. А вот этого господина... Нет, не вот этого. Вот этого господина. Мы ему скажем, чтобы он здесь немножко почистил всю вот эту историю от шлака. От шлака и привез ее вот сюда. Давайте сделаем так. Че еще? Где шлак? Отсюда мы, кстати, увозим. Нормально. Нормально мы со шлаком разбираемся, я вам скажу. Казалось бы, да, вроде должно быть его очень много, а мы вроде и разобрались. Вот это вот сносим, и вот вам огромное количество, грубо говоря, редкого металла. Понятно, что можно куда-то дальше двигаться, но я пока не планирую. Пока мы здесь с вами не организуем себе все, что необходимо для того, чтобы быстро изучать технологии. Что бы нам еще такого поставить в очередь? Это у нас что такое? Искусственные озера. Замечательно. На повышение уровня участков при ландшафтном проектировании уходит меньше шлака. Растительность развивается на 50% быстрее. Ну, надо вот это изучать. И после этого начинать уже сажать семена. Мы как раз сейчас их копим потихонечку за счет того, что у нас фермы работают. Одна пока что ферма. Но это еще не конец. Смотрите, фермы увеличивают комфорт жилищ. Отлично. Можно открыть новые растения для обычных и гидропонных ферм и поднять урожай. Тоже звучит неплохо. Ну, то есть, по большому счету, нас все так же интересует ситуация, когда мы с вами можем уже себя обеспечить ресурсами и гребаной едой, потому что пока что гребаной едой мы себя не обеспечиваем. Слушайте, а есть челнок-то у меня? Есть, да. Я просто о том, что с едой пока беда, и мы еще не наизучали с вами, не наобучали, точнее, вот этих господинов, что немного меня расстраивает. Сюда, кстати, влезают люди. Пока что мы их не сможем привести в любом случае. Нам вот это надо раскачивать, и нам в идеале надо еще ферму строить. Ну, по-любому требуется еще одна ферма. Потому что что-то как-то я не знаю. Я не помню, чтобы у меня были раньше такие проблемы с едой. Вот сейчас они у меня как-то есть. Возможно, руки стали более кривыми. Это, опять же, не исключено. Давайте вот так вот сделаем. Возможно, от этого гастронома откажемся. Заселим сюда еще всяких разных людей. Но вот сейчас тут обучение проходит в целом-то, да? Но вот смотрите, вот эта ферма, она уже с максимальным количеством господинов. Мы тут больше семян выращиваем. Может быть, мы здесь картофель хотим? Это за 5 солов, нет, подожди, вот картофель, за 5 солов 55, да? А соевые бобы 40 за 5 солов, но здесь расход воды чуть больше, в целом с водой у нас проблем нет. Давайте картофель сюда поставим, я думаю, что это адекватно будет. Парковую культуру, я думаю, что мы отменяем, потому что в ней нет смысла на данный момент. Можно вот такое вот выращивать. О, нет, эта гребаная буря будет идти целых 2 сола. Пропавший самоход. Ну давайте посмотрим, что у нас происходит. На мониторе помехи GPS. Самоход выдает ошибку. Мы потеряли связь с одним из самоходов ДУ координатор. Скорее всего, проблема возникла из-за полевой бури. Технику можно будет найти после того, как погода наладится. Мы не можем ждать, нужно отправить дроны на поиски самохода. Просто подождем. Давайте. Вообще странно на самом деле. А, разведчик. А действительно, слушайте, он потерялся. Так вот он, нет. Транспортер. А он не здесь где-то стоял. Или я его куда-то вывел? Да вообще не должен был. Вообще он был, может быть, даже где-то и здесь. Хрен его знает. Короче, ладно, поищем его попозже. Слушайте, надо будет, наверное, поторговать, да? Поторговать — это идея хорошая. Сколько у меня запасов? 4 сола, 2 сола. А вот и с водой-то, кстати, не все так гладко, я вам скажу. Но мы здесь можем вот такую вот штучку сделать. В целом, вода добывается даже сейчас. То есть мы как бы не теряем. Хотя нет, ни хрена мы теряем. А, ну еще и протечка. Ну, классика, в общем.
Вообще, конечно, очень хочется большой купол, прям вообще хочется, но пока, мне кажется, нельзя. Ну, не можем мы себе позволить. Я поставлю, наверное, вот эту штуку. Это что нам дает? Это дает миллиард, и его можно вложить обратно в технологии, либо сразу же вложить в технологии, а потом, соответственно, просто-напросто изучить вот эту. Ну, за счет того, что у нас 5000 получится, но 5000 это одна. Ну, здесь не знаю, по поводу астероидов, никуда мы не можем полететь, черт его возьми, но мы это обязательно сделаем. По поводу учеников, давайте, наверное, возьмем. Я бы купил бы, может быть, сколько у меня денег? 3 миллиарда за 20 миллионов я бы взял бы вот это, может, или все сразу вот это взять за миллиард. Ну, миллиард, как бы, нормально, у нас 2 останется. Да давайте возьмем, пускай будет. Блин, хочется мне вот это изучить, если честно, вот при всем, как бы, при всей необходимости, на самом деле это не очень необходимо, если так по-хорошему. Короче, надо здесь подумать, по большому счету, пассажирские ракеты на 10 поселенцев больше могут перевозить, и здесь еще было, да, такое же что-то, если мне память не изменяет. Да, то есть 30 там человек можно перевозить, но нету в этом смысла сейчас, просто нету смысла, потому что мы не можем до сих пор разобраться с гребаной едой. Я еще не знаю, сколько серий мы будем этим заниматься, но надеюсь, что уже сегодня мы с вами этот вопрос закроем. Ну что-то реально мне с аномалиями не везет. Вообще ничего не находим. Ну просто ничего. Ладно, сканируем дальше. Сейчас уже будет полностью отсканировано в скором времени. Еще один зеленый камень. Этих камней, конечно, здесь будьте здрасте. Надо нам будет еще думать, куда дальше двигаться. Я пока не представляю. Гребаная протечка меня просто решила выбесить. А, наверное, нам, может быть, и двигаться никуда не надо. Может быть, просто с помощью вот этих штук производить. Ну просто еще шлак не бесконечный. Только если терраформингом заниматься постоянно. И вот это все выравнивать, забирать этот шлак куда-нибудь, да, сюда. Сюда и производить. Сколько вот сейчас металлов? 25 единиц. Ну, в целом нормально. Можем почти одну ракету загрузить. Тем более, пока что еще в ближайшее время мы ее не привезем. А вот с едой, кстати, не очень дела. Блин, слушайте, я не знаю, что-то как-то прямо вообще жестко по еде. Но вот я надеюсь на эту ферму все-таки. Но я здесь не выбрал ни хрена ровным счетом. Вот это будет расти 5. Давайте, ладно, посадим семена. Они достаточно быстро растут, правильно же? А нет, они, кстати, 5 тоже растут. То есть вот это на 40%, потом мы здесь выращиваем картофель, а вот это на 10% понижает, и это на 10, потом 40. Ну нормально, давайте вот так в этой оставим ферме, чтобы все-таки было как-то по-разному. Кстати, может быть, склад для семян сделать на всякий пожарный? Можно, я думаю, да? Вот вы дотягиваетесь же, где вы там? Вот вы, ну по-любому дотягиваетесь, что я тут вопросы какие-то странные задаю. Давайте тогда складик для семян один организуем, лишним он точно не будет. А где они? А вот они. Ну чё там случилось? Взрыв ресурсов, потеря топлива. Чего? Чего? Ну прикольно, ладно. Это мы переживем. Общество профессионалов изучено. Блин, чё, нажать вот сюда или не нажимать пока что? Ну вот не знаю. Есть еще вот такая прикольная тема, что они сами очищаться будут и снижение затрат на 20% соответственно. Но, наверное, я хочу терраформинг, черт возьми. Нужен ли мне бульдозер, который можно использовать в ландшафтных проектах? Можно заказывать с земли. Быстрее работают, не надо нам быстрее. Не знаю. Давайте я, наверное, нажму. Не знаю. Вроде как бы слишком много науки на это надо тратить. Но я пока не вижу каких-то вариантов других. Потому что сейчас я все равно буду заниматься строительством. Блин, я хочу, чтобы у меня обучились гребаные люди. Вот посмотрите, опять геологов нету. Давайте, пожалуйста, закончим обучение и пойдем нахрен работать. Давайте посмотрим, может, какие-нибудь биологи, не биологи, а как они там, ну вы поняли, появились у нас на Земле, вообще, может быть, что-то обновилось, ботаник есть, наука, охранник, понятно, ну такое, инженерия, много появилось инженеров, надо бы это брать. Давайте-ка я возьму инженеров, потому что я планирую смены открывать новые. Ботанику я точно возьму, геология надо тоже в целом, хорошо берем. Науку не берем, вот геологию еще одну возьмем. Кто еще хочет к нам приехать? А, слушайте, один лишний, да? Ну тогда вот этого без профессии. Хотя наоборот, наверное, я бы науку оставил 2, а без профессии бы взял, потому что мы тогда сможем их обучить под наши нужды. Я думаю, что это правильное решение. Запускаем в надежде, что сейчас выпустится отсюда целый класс, так сказать, да, который пойдет работать на все эти гребаные фермы, которые у нас тут в большом количестве. Очередная проблема Мокси, в общем, да. Можно исследовать технологию Мокси 2.0. Чё это такое? Ну-ка, подожди, а где это вообще появилось? Где это теперь увидеть? Вот это, что ли? Увеличить выработку кислорода на 2. Угу. Слушайте, а звучит неплохо, да? За те же деньги, так сказать, ничего достраивать не нужно, просто эффективность становится больше. Мне нравится такой вариант, наверное, мы как-нибудь этим займемся. Сейчас все-таки терраформирование откроем. Да я понял, что не хватает ресурсов. Я уже это понял давным-давно, черт вас возьми. Ну, мне по-хорошему надо вот это разрабатывать. Сюда ставить вот эту вот хрень, которая будет пылить.
Но опять же нужны геологи, да, мы это прекрасно понимаем. Требуется наше внимание, самоход мы нашли, но я так понимаю, что его надо починить. И каким образом нахрен я его починю, если для того, чтобы починить самоход, мне нужен еще один такой самоход? Немного я расстроен, что мы так застряли на месте, если честно, что-то ни хрена не обучаются они быстро, как я хотел бы. Хоть еще один университет строй, ну еще один мы построим, только в другом месте уже, чтобы они обучались. Ну вот, блин, казалось бы, вроде уже где-то здесь были, нет, почему-то откатилось или что произошло. Хочу купол, хочу еще один купол, энергии нету, видите, что здесь творится? Вот такая вот фигня, здесь не ремонтируется почему-то. Постройка не функционирует из-за удара молнии. Межпланетный обмен опытом изучен. Так, мы еще получаем бонус. Да, мы его получаем. И это хорошо. Будем думать над следующей технологией. Мне хочется еще аркологию, если честно, потому что я бы в новом куполе ее построил. Это многое сразу по вместимости. Но, наверное, мы сначала делаем купол, в него засовываем лабораторию. Или, может быть, подготовиться и изучить вот эту вот штуку, которую мы здесь где-то с вами обнаружили. Где там эта штука-то была? Я, если честно, немножечко потерялся. Вот что-то новое, кстати. Батареи дронов увеличены на 50%. Ну, прикольно, наверное, да? Насколько это нужно. Дроны вроде справляются. Иногда бывает перегрузка. Институт Хокинга. Наверное, я бы его поставил. И, возможно, я сейчас буду за бабки бустить все-таки технологии, чтобы мы вот этот институт получили и поставили здесь именно его. Потому что тут есть две вот эти вот замечательные штукенции. Ну, давайте, высаживайтесь. Надеемся на лучшее. Потому что вот сейчас вот-вот должно закончиться обучение. И это было бы просто замечательно. Ну вот один, да, выходит из обучения и потом едем дальше. Все понятно, это откатывается все-таки. Не знаю, кто там обучился. Металла у меня просто нахрен нету. Какая-то дичь, я не знаю. 12 человек прилетело. Надеюсь, что они сейчас куда-нибудь пойдут поработать. Вот особенно вот сюда. Ну, конечно, сюда надо пойти охранником. Это логично, согласен. Просто замечательно. Ну ладно, хоть что-то будут производить, тем не менее. Пускай будет так. Давайте-ка попробуем переселить. Вот этого господина мы переселим вот сюда. А вот этого господина мы, блин, ну сюда взял и кто-то зашел. А зачем? Зачем ты сюда зашел? Я хотел переселить науку. Или она переселилась? Я не понял, если честно. Ну-ка, подожди. Вот смотри, вот здесь у меня наука сидит, да? Вот он. Вот, дядя, можешь, пожалуйста, пойти вот сюда жить? Зачем тебе это надо? Ну-ка, покажи мне. Ты сюда пришел? Пока еще не пришел. Здесь науки нету. Здесь наука, вот еще одна барышня, которая работает тоже непонятно где. Иди сюда. Вот вам, пожалуйста, два места. Все, они забились. Ну, конечно, вот это вот перемещение. Я понимаю, что здесь можно кнопку нажать. Ну, вот, например, да, вот такую. И тогда здесь будут работать люди только с определенной профессией. Но такое себе, если честно. Хотелось бы, чтобы они сами разбирались. Это просто очень много зданий прокликивать. Мне это не нравится. Чтобы вы понимали, насколько мне металла не хватает. У меня мокси сломаны. Но как бы ладно, с кислородом там более-менее. Но вот электричество бы еще в порядок привести. То здесь провода взорвались. И как бы такое себе. Тут знаете, в чем проблема? Вот здесь нет склада с металлами, с обычными. Да ведь нету? Нету. Ты кто? Ты у нас склад запчастей. Тут нету склада с металлами. Не, давай поставим нормальный склад. Пускай сюда тоже возят. Ну, буду вот сюда в упор ставить. Не знаю, или вот сюда даже. Блин, сюда вроде как будто еще одна влезает эта штука, если я захочу. Ну, пускай будет вот здесь. Поставим здесь количество какое-то типа 10. А здесь тоже надо количество выставить. Я его либо вставлял уже, я не помню. Да, я выставлял, поэтому будем снабжать и эти склады. Но все-таки мы опять же... Вот я не знаю, что в этот раз так сложно мне. Что я делаю не так? Спешу сообщить, что у нас 9 единиц еды осталось, это просто отличные новости. Пожалуйста, биологов нам, или как их там зовут, ботаников нам, выпускайте отсюда всех. Вот все, кто вышли отсюда, все должны быть гребаными ботаниками. Я вас очень прошу, потому что я уж прям не могу. Я сейчас челнок отправлю, пожалуй, вот такой вот, вот загружу его вот всяким разным добром, да, вот в таком формате. Все, запускаем, сейчас немножечко сами себе поможем. Можно было, конечно, еще металла накинуть, но да ладно, хрен ты с ним. Пускай пока будет так. Понятно, что через некоторое время я отключу, но нам нужно 10 ботаников для того, чтобы все работало. И тогда, я надеюсь, вот здесь цифра изменится. Короче, я знаю, что я хочу. Это замечательно, высокая загруженность дронов тоже замечательно. Я хочу, в общем, торговую площадку посмотреть. Давайте мы ее куда-нибудь поставим. Что у нас здесь получается? Ни хрена не дотягиваемся. Дотягиваемся вот здесь. А можно прямо на эту штуку поставить или нельзя? Вот сюда я бы поставил, потому что здесь пересечение двух, хотя это не очень хорошо, опять же. Сюда можно поставить. Блин, как-то тут не очень удачно получилось, сюда уже нельзя. Ну ладно, давайте сюда поставим, ничего страшного, ну не дотянется этот. Значит, будут разбираться те. Посмотрим, может быть, чем-нибудь торганем. Эта штукенция максимально дешевая, уж бетона у нас достаточно. Я просто не помню, как это работает, возможно, мы немножко поторгуем, и нам станет попроще. Ну что, расскажешь нам, как это вообще работает? Выбрать ресурс на экспорт. Я хочу экспортировать бетон. Я хочу экспортировать бетон и взамен получить, чего я хочу. Походу, металлы. Давайте попробуем вот так вот, да, наверное? Правильно я понимаю?
Или неправильно, черт возьми. Но, возможно, кто-то сюда прилетит и что-нибудь заберет. Я надеюсь очень сильно, потому что с бетоном перебор. Колонии конкуренты не хотят торговать. Вот такие вот они сволочи. Но очень жаль, что это так происходит. Надеюсь, что попозже захотят, на самом деле. Хотим ли мы запустить еще ракету сейчас? Ну вот еда приехала. О, две аномалии нашли. Ни хрена себе. Или что? Почему две? А, потому что я одну вот здесь не исследовал. Это надо исправлять. Вот это мы исследуем. Это было странно, кстати. Я что-то был уверен, что здесь все у нас закрыто. Я так вот поднимался наверх и не обратил внимания. Ну что, давайте что-нибудь торганем. Привезите мне металлов, я вам бетона отдам. Прямо, пожалуйста, забирайте хоть весь. Раз у нас появились денежки, давайте снова закупим вот здесь вот помощь. Вот так прямо, да, наверное. За миллиард. Я думаю, что нормальная тема. Но знаете, в чем еще есть проблема? У нас подзакончился шлак, к сожалению. И его пока негде особо брать. То есть все, что у нас есть, все туда уезжает, но этого недостаточно. Вот так вот. И я не могу сейчас вот ничего сделать, потому что у меня вот этот вот господин откисает. То есть мне по-хорошему нужно еще одного такого будет привозить. И с помощью него чинить тот, и вместе они должны мне заняться выравниванием вот этих вот площадок, а мы за счет этого получим какое-то количество шлака, чтобы получить еще редких металлов. Ну, конечно, у нас на два корабля есть, но все равно это не то. Какая-то еще у нас прорывная технология, надо на это глянуть. Улучшение экстракторов, магнитная добыча, производство увеличено на 50%. Слушайте, на 50% экстракторов, подожди, но это же экстрактор металла, правильно? Это у нас металлоэкстрактор. Нам надо вот сюда ставить уже металлоэкстрактор в идеале. А не хотим ли мы эту технологию поставить в очередь? Мне кажется, что хотим. 4000 это не так много. Плюс сейчас идет буст. Я думаю, что мы должны успеть с вами что-то сделать. Так, это у нас вот этот дядя, да? Угу. Это он нам дал такую возможность. Давайте его обратно привезем, пока он не сломался. И со следующим кораблем, получается, я завезу сюда... Что? Я завезу... Слушайте, а может быть вы хотите топливо? А, вы топливо вообще не хотите покупать? Жаль, очень жаль, на самом деле, можно было бы и приобрести. В общем, приезжайте, покупайте у меня бетон за металлы, а я вас бесплатно заправлю. Знаете, что подумал? А у меня сюда не получится еще одну ферму забацать, потому что... Блин, потому что здесь места не хватит из-за вот этой штуки. Очень жаль, но скажу вам, что если мы зайдем сюда, то увидим уже циферку в 5. И это хорошо. Здесь, например, вообще битком, и мы сейчас вырастим с вами вот такое количество еды. Это просто охренительно. Семян, правда, у нас маловато, но мы потихонечку их копим. Возможно, еще одна ферма нам такую возможность даст. И мы сможем уже начать что-то терраформировать. Я думаю, что надо думать про то, что купол построить. Я думаю, что надо подумать об этом. Ну, вы поняли. В общем, немножко тавтологии завозим. Короче, давайте попробуем построить сюда купол средних размеров. Понятно, что мега-купол пока что для нас что-то невероятное. И вот сюда мы строим вот эту историю. И получается, что можно даже пошире сделать, наверное, вот так. Зачем близко, если можно между ними что-то поставить? Здесь мы проводим переход и начинаем уже двигаться в сторону большого количества науки. Но не только наука нас интересует, само собой. Мы будем двигаться во многие стороны. В общем, давайте купол заказывать. Очень много надо здесь металлов. Но на самом деле хорошо, что мы сольем бетон. Из-за того, что у меня бетонный экстрактор завис на месте, мы не можем с вами освободить склады бетона экстрактора. И, соответственно, точнее, наоборот, вы поняли, если мы освободим склады, то у нас пойдет шлак. Шлак мы будем использовать для производства редких металлов. В общем, что-то голова у меня сегодня кипит, потому что мы, блин, зависли на месте, если честно. Вот что-то вошкаемся, ничего толком сделать не можем. Да, короче, я ракету запускаю. Это будет грузовая ракета на этот раз. Он повезет нам дронов, как минимум, да. Давайте возьмем прям побольше. Он повезет нам... Нет, внедорожник не повезет. Он повезет нам разве... А зачем нужен внедорожник? Управление – транспортное средство, которое возит туристов по маршруту сафари. Охренительно просто. Ну, давайте мы возьмем транспортер. Нет, подожди, координатор мы возьмем. И что-нибудь из ресурсов, может быть? Я еду не буду брать, там у меня сейчас урожай созреет 80 единиц, поэтому смысла нету. Ну давайте, чтобы уж так просто-то не ездить, я возьму всякого такого. Металл вроде появился, но сейчас мы будем его тратить на строительство. Да, это немножко глупо, но я все-таки возьму 15. Надо еще зарядок добавлять. Видите, дроны стоят в очереди на зарядку, и это нехорошо. Надо бы построить где-нибудь, они вообще сколько стоят? Они стоят металла, блин, которого у нас не так много. Ну ладно, пока не буду борщить, оставлю пока то, что есть. Сейчас дронов завезем, чуть побыстрее тут станет. Мы вот этот купол построим. Я надеюсь, к тому времени мы еще изучим технологию нам необходимую. Вроде пока что бустится. А я могу еще взять? А больше взять нельзя, к сожалению. Очень жаль, я бы купил. Стимулятор роста подъехал. Что нам открыл этот стимулятор роста? Что ты такое? Новая способность, открытая ферма. Место для выращивания съедобных растений использованием семян. Дроны собирают урожай, когда он созреет, и вы получаете пищу. Угу. Не понял я, но для этого нужно терраформировать сначала, да, наверное, планету?
Было бы прикольно, если бы дроны этим занимались, а не люди, и тогда бы я смог в свободные руки направить в нужное русло. Чё у меня здесь? Пока бетона не завели, сейчас дроны подъедут, ребята, вы тут вдвоем трудитесь, сейчас мы вам поможем. Дайте-ка я вот эту хрень включу на постройку, мы сейчас ее вот так вот прямо построим очень быстро, здесь просто два металла осталось, уж всяко пошустрее это будет, чем купол. И потом уже будем на купол делать ориентир, но ресурсы я не зря взял, потому что сейчас на купол много уйдет и всякое такое. Так, у меня протечка где-то по электричеству, блин, вот здесь. Слушайте, ну вот это место как бы меня просто уже накаляет, мы сюда не достаем, не хочу я тратить на это ресурсы. Все, вот это пока убираем, забиваем на это болта, на эти все аномалии и всякое такое. Нам сейчас нужно, чтобы здесь все работало. Я вот не знаю, что такое технарь, но надо, наверное, почитать, да, я что-то на школу не обратил внимания, сейчас паузу поставлю, получает бонус к настрою всякий раз, когда изучается новая технология. А если трудолюбие? Личная трудоспособность повышена на 20, отсутствует штраф при работе в условии высокой нагруженности. Вот давайте трудолюбие поставим здесь и вот здесь. Ну, технология это замечательно, но как бы какой в этом смысл? Лучше какой-то такой вот постоянный бонус. Чё вы нахрен ничего не хотите покупать? Ну вы чё, охренели что ли? Я тут просто так вот эту штуку поставил. Так, давайте-ка возьмем дрончика, вот этого, например, и скажем ему, братишка, тебе вот сюда вместе со всеми своими корешами. Да вот здесь 22 дрона сейчас будет, и это отлично. Я думаю, что здесь дроны сами разберутся, которые и так здесь уже были. Сколько у нас тут их? У нас тут их 43. Я уверен, что этого должно хватить. А вот по поводу этого купола, 2, конечно, будет нам немножечко недоставать, так скажем, мягко говоря. Я надеюсь, что сейчас быстро вот такое количество справится. Ресурсы подвозят, электроника здесь держится в каком-то количестве. И, наверное, ее тоже сейчас пополнят, потому что мы привезли. Тут не было просто нужного количества, чтобы сюда увозить. Но сейчас оно должно явно появиться. Подсказывает нам опять, что еды нету, но на самом деле мы неплохой урожай собрали. А можно сюда как-то завести последний металл, пожалуйста? Я хочу нажать кнопку, я ее нажимаю. Этого недостаточно, идете нахрен. Так, что у нас тут? Тут, конечно, люди уже подвымерли, да? Нам нужно много кого обучить. Но у нас и вот этих прибавилось, я вам скажу. Потому что, видно, кто-то умер от старости, и там вот эта вся фигня. Сколько у нас детей? Дети 4. Ну, такое себе, если честно. Ну, да ладно, хрен ты с ним. Здесь у нас остается не так много ресурсов. Дрончики начали очень шустро все делать. Я здесь сколько поставил? 80. Да давайте здесь тоже сделаем, типа, 100, например, пусть будет. Потому что это здесь ресурс понадобится. А вот здесь сколько я ставил? Ну, здесь сделаем, типа, 80 там, или 90, чтобы... Тут постоянно держать какой-то запас. Давайте еще спасем наш транспортер, или как он там называется. А то он там стоит весь такой бедный, один. Плохо ему там, наверное. Хорошо, мы его забираем. Наверное, выравниваем тогда поверхность вот здесь. Надо ли нам это на самом деле, я не очень понимаю. Но а что, им все равно делать пока нечего. Пускай займутся, шлак мы подсоберем. И отправим его на переработку. Хотя пока металлов достаточно еще. Вот это копает штукенция. Кстати, а сколько здесь остается? Ну, еще прилично. Еще прилично. Можно еще поторговать. Но сейчас все равно упор сюда. Сколько остается по ресурсам? 2 единицы металла. Что-то с металлом вроде как-то пошел. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, сюда как-то устроились вот эти охранники всякие. И из медицины ребята. И стали нам добывать много всего. Но вот мы не можем добить гребаных ботаников, и это просто какая-то жесть. Я думаю, что в этом куполе появится еще один университет, как минимум один. Ну, наверное, все-таки один. С ума сходить здесь тоже не стоит. Ни хрена себе, посмотрите, какая тема. Мы получили 5000 очков науки и исследовали марсианский научный институт сразу же. Вот это мне нравится. Хорошо, едем пока вот сюда всеми силами. Вот сюда мы едем. А где он? Подожди. Вот он. Вот сюда мы едем. Почему не едем? Не хочешь ехать, а хочешь, он просто тупил. Ну, в общем, едем мы сюда и пытаемся что-нибудь с вами откопать. Какого-нибудь шлака вот из этого всего добра. И давайте сюда проведем тогда переход сразу же, чтобы не ждать ничего. И посмотрим, что у нас произойдет со всеми ресурсами, такими как кислород и вода. Потому что там тоже вопрос, хватает ли нам их. И у нас очередная гребаная буря. Добровольцы знаменитости, задача выполнена. Вознаграждение чего-то там нам дали. А где это вообще такое... Посмотреть-то. Построить купола с высотками 4. Один реактор термоядерного синтеза. Слушайте, а мы можем это сейчас будем выполнить, если мы изучим технологии. Что в итоге мне дали? Добровольцы знаменитости, да? Ну ладно, окей, пусть будет так. Нужны ли они мне эти знаменитости? Не знаю. Наверное, они что-то дают. Мне сейчас в целом все равно. Давайте посмотрим, сколько стоит новое здание, которое мы открыли. Я не думаю, что оно супер дорогое. Вот это что-то новенькое, да, приносит доход и расходует электронику. Хорошо, это классно, здорово, нам пока такое не надо. Нам нужен институт Хокинга. Вот он стоит, ну, нормально, кстати. С нашей производительностью он стоит мое почтение. Может быть, пока не начинать здесь строить науку, может быть, пока заселить людей тогда, которых мы обучим, да, и сделаем из них...
биологов, геологов и вот этих всех господинов, после чего уже посмотрим, да? Блин, аркологию так хочется, если честно. Ну, мне сюда придется один дом строить. У нас сейчас что? Магнитная добыча. Это у нас, получается, ускоряется производительность экстракторов. И это нам надо. Давайте аркологию поставим в очередь. 9000 она стоит. Так, возьмем. А не возьмем, да? У нас все еще есть. Да, нам все еще дают 500. Построю я сюда еще один университет. Все-таки. Потому что нам надо. Нам надо, чтобы обучение шло пошустрее. Этого недостаточно. То, что сейчас есть. Можно, конечно, вот так, наверное, сделать. Не знаю, насколько сюда люди пойдут. А может и пойдут, давайте проверим. Может быть, все у них будет хорошо. Как у вас дела? Вот что на это влияет? Средний настрой. Что можно сделать, чтобы был хороший настрой? Вот декоративные постройки, комфорт от услуг. 40. Ну вот давайте вам сюда какой-то прудик воткнем, да? Мне кажется, вам должно понравиться. Но фонтан не хочу. Есть еще вот такая вот аллея, да? Как раз она сюда влезает. И еще что-нибудь, маленькая аллея. Ну-ка, подожди, а ее можно как-то красиво приделать? Да, типа можно вот такую дорожку создать. И вывести ее... Блин, а куда я ее выведу? Прямо проход между куполами. А здесь мы с вами поставим... Пускай будет маленький сад. Там точно никаких инженеров не появилось. Было бы очень классно. О, ботаник появился. Он инженер появился. Наука пока не надо. Тяга к странствиям не надо. Без профессии просто миллион. Геология в целом тоже надо. Инженер, ботаник. Посмотрите, посмотрите. Инженер, ботаник. Вот это нормальная тема. Геолог. Все самые востребованные профессии едут с нами. Без профессии уезжаешь, без профессии уезжаешь. Все или что-то еще есть интересное? Вот инженер есть, без профессии отказываем тебе. Ну и все получается, да? Вроде всех таких самых нужных забрал. Можно еще одного захватить, зацепить. Ну все, теперь точно запускаем. Я пока не очень понял, а какой тогда смысл в школе, если у меня здесь есть вот эта штука, да? Логично я мыслю или нелогично? Но это же тоже школа. Школьная высотка, ну и идите нахрен тогда, вот отсюда мы уходим, разбираем здание и сюда что-нибудь лучше другое построим. У нас сейчас найдется, что построить сюда. Так, сюда еще какие-то господины пошли обучаться, это правильное решение, почему бы нет. Это можно себе позволить. Хотим ли мы какие-то интересные домики? Слушайте, мы походу хотим, знаете что? Мы походу хотим потратить бабла и завести ресурсов, у меня все еще нет полимеров. Блин, ну мы сейчас привезем, конечно, кого-то. Но полимеров все равно это нам не даст, наверное, придется завозить ракеты. Денег тратится на это безумное количество. Наверное, к этому этапу уже многие сами зарабатывают себе ресурсы, вырабатывают эти ресурсы, точнее. И у них все хорошо. Но я, как всегда, у меня по классике ничего нормально не происходит. Ну-ка, ребята, давайте вот это сравняем с землей к чертовой матери. Может быть, прямо вот так сравняем. Это будет много шлака, я так думаю, да ведь? Вы где? Вы вот? Ну-ка, едьте-ка сюда. Вот сюда вот едьте. А чего вы не едете-то? Ну, идет ремонт, а, он неисправен, по нему проехался смерч. А, сейчас еще и остальные дроны, да, займутся этим. Ну ладно, ничего страшного, пусть будет так. Пускай немножко повкалывают, здесь что-то сломалось, а требуется как раз ресурс. Но он у меня должен быть на складах, я вижу, что он есть. Да, видите, в чем прикол? Те, кто пошли обучаться, они здесь не работают нигде, и это становится проблемой. Как будто еще людей надо завести. Хотя, подожди, я же везу людей, то есть получается все нормально. Но там, конечно, специалисты едут, узконаправленные. А места-то здесь будут вам. Места есть. Ну, плюс новые высотки. Здесь еще что-то осталось. Короче, нормально, мы их заселим. Я надеюсь, что сюда они еще пойдут работать. Сколько осталось нам ботаников? Давайте глянем. 6 ботаников все равно. Не очень институт нам помогает. Блин, еще и здесь надо отремонтировать. Давайте вот так приоритет поставим. Это на самом деле важная история. С этим тянуть нельзя. Ну-ка, ботаники, которые приехали, они вот сюда тоже пошли, в том числе, даже забили мы целиком, наконец-то, грибную ферму. Здесь тоже у нас рост какой-то идет, но у меня есть подозрение, что вот сюда нам еще одна нужна будет ферма. Ресурсы постоянно лоу, я это уже понял, пожалуйста, хватит. Хватит меня этим долбить, я сам по этому поводу очень расстроен. Короче, нам вот здесь нужна вторая смена, мне надоело, я хочу хотя бы полимеры производить, но сколько уже нахрен можно? Давайте, пожалуйста, зайдем вот сюда поработать. Улетающий колонист один, он идет нахрен сразу же, я по этому поводу расстраиваться не буду. У меня остается 4 ботаника, да, таким образом. Я думаю, что я ставлю авто и, соответственно, пытаюсь сделать всех подряд, кто мне нужен. Исследование завершено. Че исследование завершено? Магнитное что? А, вот это мы изучили. Экстракторов улучшение. Мне нужно ее прокачать? Да, мне нужно это качнуть, стоит это 5,5, и это 50% к производительности без всякого разного добавления, всяких типа потребления электричества. Но при этом у меня еще и начинается магнитная буря, ну или какая она там, в общем, ожидаем.
Начинается опять какая-то история с куполами. Блин, мне тут дают выбор, я не хочу ничего из этого выбирать. Ну, отложить ремонт, но мы уже отремонтировали, понимаете, в чем прикол? Такая вот фигня. Ну да ладно, я просто не нажимал на события, они отремонтировали, я нажал. Короче, опять протечки, опять выживаем. Сколько остается? На 23 часа этого очень не хватает. Ну, сейчас протечку устранят, понятно, что будет чуть больше. Но все равно, вот на один сол и 7 часов, даже без протечки. Как вы понимаете, это грустно. Но все-таки университет дает свои плоды, посмотрите вот сюда, 160 единиц еды, что-то нам здесь хотят показать, очередная трещина идет нахрен. В общем, еда созрела, урожай, и соответственно мы получили кучу еды на складах, это замечательно, трещину, я так понимаю, отремонтировали. Здесь мы сделали буст плюс 50, но при этом, как бы, здесь не хватает людей. Такая вот фигня. Надеюсь, что университет сейчас быстренько нам обучит всех, кого нам надо. В целом, наверное, геологи и инженеры сейчас имеют приоритет. Но я оставлю вот все как есть, таким вот образом. Можно, конечно, будет посмотреть, что там на Земле происходит. Может быть, еще кого-то завести. Слушайте, аномалии найдены, мое почтение. Нам надо туда заезжать, мне кажется. Я не знаю, может быть, изучить вот это все-таки, потому что у меня металлы скоро закончатся здесь, я как добывать-то их буду? Но надо, походу, изучать, иначе потом будет слишком поздно. Возьму я, блин, за 200 тысяч пока возьму, не хватает нам все еще технологий. Ну вот шлак, по крайней мере, появился, насколько это хорошие новости, я не знаю. Че вам надо? Трещины? Я понял, что трещины. Че, у нас нет уже, да, ничего? Да нет, у нас всего хватает, даже с трещинами, поэтому сейчас разберемся. Кто там у нас еще есть на Земле? Я хочу кого-нибудь еще. Хочу кого-нибудь еще, уходите все. Дайте посмотрю, во, геолог есть, это с кайфом, ботаника возьмем, и еще бы геологов, либо инженеров, но такого у нас, к сожалению, нету. Есть ботаник, тяга к странствиям, слушайте, не знаю, наверное, все-таки нет, но берем тогда без профессии, будем обучать на месте, прям вот так вот пачку возьмем. Никаких туристов нахрен, только вот таких вот. Ребят, еды, посмотрите, 164. В чем сейчас сложность? В том, что я купол не могу отремонтировать, у меня нет полимеров. Вот такая вот проблема. Надеюсь, вы геологов выпускаете. Да я понял, блин, у меня камеру постоянно переносит сюда. Не надо, я знаю. Я надеюсь, что сейчас мы вот инженеров закроем. И все-таки дело тоже пойдет, потому что, ну смотрите, здесь сразу попрет. С усилением-то 20%, да, плюс вот эта вот барышня отсюда свалит нахрен. А здесь сразу попрет, я думаю, да, потому что народу надо тоже тьму. Сюда мы людей закинем, две смены, например. Сюда еще дойдут люди, ну в общем будет с кайфом. Опять поврежденный купол, требуется мое внимание. Нужно как можно скорее решить эту проблему. Пусть поторопится, ремонт займет несколько часов, но может быть нанести дополнительный ущерб. Займет несколько часов, 24. Давайте технику безопасности, сейчас некуда торопиться, буря закончилась. Блин, прямо бесит меня. Так, здесь у нас получается глубинная добыча, и что я еще хочу такого? Вообще вот это вот хочется уже. Либо вот это можно еще сделать, да? Либо не торопиться пока, опять же. Может быть сейчас какую-нибудь планетарную аномалию в ближайшем будущем исследуем. И будет нам счастье. Но надо не забывать, что сюда еще институт Хокинга подъедет. Мне по-хорошему надо ресурсов завести. Давайте челнок один отправим. Вот с этими вот ресурсами основными, которых на станах не хватает постоянно. Давайте сделаем, да, вот именно вот так, потому что полимеры идут еще на всякие развлечения. Что тоже, конечно, в нашем случае не очень хорошо, так как у нас просто-напросто не хватает такого количества полимеров. Точнее, у нас его нету. Надо производить больше. И шлак мы еще покатаем немножечко, а то что-то ребята перекуривают. Слушайте, а почему я вот это не изучил? Кто мне подскажет? Давайте-ка я это все-таки изучу. Я вроде об этом говорил, да, и что-то как-то забыл. Так, могу за миллиард купить. Ага, за 200 миллионов могу купить. Это все бабки. Ладно, пока не будем, хотя, в принципе, можно. Сейчас ракета отвезет. И сейчас еще одна летит к нам. Короче, нормально. Сейчас рассчитаемся с долгами, так сказать. Челнок сейчас тоже прилетит, ресурсы будут. Ракету высаживаем, челнок я уже посадил, ресурсы сейчас соберем, купол починим, все успокоятся, потому что меня постоянно камера сюда кидает, я как бы вижу, мне не обязательно прям так закидывать вот сюда, чтобы понять. Ну, еда есть, вот опять, видите, это произошло, не хватает немножечко им комфорта, что, конечно же, меня расстраивает, но не супер сильно. Новые колонисты заезжают, и давайте посмотрим, как у нас здесь дела. Посмотрите, мы производим с вами 6, я считаю, что это отличные новости. Сейчас мы, может быть, даже можем здесь прожать кнопочку какую-нибудь типа на инженеров. Но хотелось бы вот этих вот заполнить. Блин, ну вот можно было бы удалить наоборот, да, кого-нибудь. Типа не показывать, кого обучать, а показывать, кого не обучать. Вот это было бы намного удобнее, на мой взгляд. Вот. И, наверное, я бы сейчас инженеров бы прожал. Может быть, попробовал бы. В надежде на то, что все-таки сейчас мы быстро начнем ресурсы производить. Но вот опять же, вот здесь сидит геолог. Дядя, можешь, пожалуйста, вот здесь сидеть? Вот ты тоже кто? Ты иди, пожалуйста, вот сюда.
ну что вы занимаетесь какой-то фигней? Вот где надо работать. Вы идите нахрен отсюда, эти охранники. Есть еще геологи? Нет, геологов больше нету. Ну то есть, ну какого хрена-то? Китай предлагает 49 в обмен, ну хотим такое. А как это сделать? Что мне надо нажать? Я, если честно, не знаю, как эта торговля работает. Так, но здесь мы денежку зарабатываем. Надо, наверное, вылезти нам, получается, на планету, только не этой кнопкой, а вот этой, да? Найти, черт возьми, Китай и попробовать с ним торгануть. О, смотрите, у нас первое торговое предложение 90 в обмен на 50 от нас. Ну давайте, хотим, конечно. Так а что сделать-то надо? Все, поехали? Или что? Или все-таки мне надо сюда переместиться? Ну, Китай, спецоперации, ничего нету. Вроде как бы они согласились, вот контакт, да? Начать торговлю. Мы отправим 50 в обмен на 40. Мы отправим... мы отправим вам еды. Ну нет, такое я не хочу. Запускаем универ, пускай сюда люди приходят, мы сейчас смену какую-нибудь откроем, вот эту одну, посмотрим, что будет происходить, потому что людей все-таки завезли, здесь уже будет в разнобой обучаться, я не буду здесь ничего выбирать, но пока обучаться никто особо не хочет. Очень странно, очень же зря, кстати, ну потому что все здесь, наверное. Мы сейчас на инженеров делаем акцент, и должны пойти полимеры наконец-то. 6, ну да, мы сейчас в плюсе, небольшом, но все-таки это уже хоть что-то. Новый торговый путь. Ну так и чего, Китай? Давай, начнем торговлю. Меняться технологиями, запросить ресурсы. Ну, они все еще хотят. Мы отправим 50, а в обмен на 48. Это Китай говорит или что? Я ни хрена не понимаю, какого черта... А, у меня нет ракеты. Вот в чем проблема-то. Ё-моё, вот это я даю. Тогда я сейчас еще пачку людей завезу, и будет нам счастье. Надо, короче, туда вон ехать. Посмотрите, там что творится. Сейчас я здесь еще немножко хотел бы выровнять, если честно. Но я уже выровнял, на самом деле. Ну, чтобы шлак просто появился. Ну, давайте одного отправим, господина, вот куда-нибудь сюда. Еще и денежку получили. Ну, вообще, все выглядит вроде пока неплохо. Дайте нам пантус. Вот отсюда и вон куда-нибудь сюда, например. Мы хотим туда заехать и технологии собрать. Покупаю еще науки немножечко, а то что-то слишком медленно, пусть будет. Я, конечно, когда-нибудь построю здесь что-нибудь. Но вот тут, знаете, тоже вопрос. Получается, что в скором времени нужно будет отключать университеты и по-хорошему делать так, чтобы у нас были люди без профессии. Хотя сюда тоже без профессии идут, ну, точнее, идут с профессиями. Да, например, охранник идет работать и так далее. Вот, поэтому не знаю. Ребята все хотят с нами торговать, вдруг неожиданно. Сейчас ракета прилетит, я заказал еще людей. Пускай они будут, пускай они поработают, пускай они обучатся. Еды нам хватает. Тем более, если мы сейчас на еду торганемся, то будет вообще, в принципе, замечательно. Неожиданно здесь требуется шлак. Что-то странно как-то. Раньше не требовали, сейчас потребовали. Ну давайте вот это выровняем просто вот так вот. И будет вам шлак. Его сюда вот израсходуете, и нормально нам будет. Так, сажаем ракету. Сажаем ее, понятное дело, куда. Людей выгружаем. Но этой ракете надо сказать, чтобы она сейчас ничего не брала, да, на себя. Я правильно понимаю? Или ни хрена неправильно понимаю? Каким образом? Или мне надо сюда было ее посадить? Вот это не берем, да? И если я зайду вот сюда и скажу, что я хочу торговать... Так это работает или не так? Вот Китай, спецоперации нет, контакт, начать торговлю. Мы отправим 50 в обмен на 40. Подожди, так они хотят еды или что? У них основные ресурсы. Блин, я боюсь сейчас просто лишнего отправить. Да, полагаю, торговля пойдет на пользу обеим нашим колониям, если, конечно, вас не затруднит наши условия. Не если вас устроят наши условия. Мы отправляем 50 в обмен на 40. Я не понимаю, это он ко мне обращается, что мы отправляем, или что? Нельзя было нормально написать, но мне что сейчас, пытаться это сделать и потерять пищу? Ну давайте сделаем, посмотрим, я не знаю. Объем экспорта, да, это экспорт. Это гребаный экспорт. Вот такая вот фигня. Нет, я, пожалуй, выключу, наверное, автоматический режим, и торговать я с ними не хочу. Не знаю, может быть, попробовать на какую-нибудь аномалию отправить, что-нибудь заработать. 3 ботаника сюда, новая технология, 12 часов. Ну давайте отправим, хрен ты с ним. Отправить ракету, все, пускай ботаников сюда загружают и едут. Может быть, это нам все-таки немножечко поможет. Так, что у нас здесь? О, здесь у нас все отлично, здесь все получилось. Соответственно, берем вот этого господина, и говорим ему через Shift, чтобы он вот это все нам разведывал. Давайте вот сюда что-нибудь приделаем новенькое, да, потому что здесь что-то явно не хватает. Например, какой-нибудь больнички небольшой, ну не знаю, насчет госпиталя, медпункта я бы сюда поставил. И, наверное, поставил бы им что-нибудь еще по развлечениям, кафешку там какую-нибудь, пускай развлекаются. И, конечно же, деревья, наше все. Дайте нам гребаные деревья, о, озеро можно сделать, прикольно. Озеро мы сделаем чуть попозже, я уже на пути к тому, чтобы у нас наконец-то появилось с вами на этой планете гребаное производство ресурсов для себя. И совершен прорыв, там, в общем, этот господин нам наизучал уже аномалии, я попозже посмотрю, сейчас он еще 3 закончит и сразу глянем.
Вот, смотрите, Индия предлагает 84,8 в обмен на наши ресурсы. Я соглашаюсь на бетон. Вот так это должно работать. Вот здесь понятно. И торговля пошла, и это замечательно. Мы наконец-то смогли торговать под конец серии. Очень замечательно, но, конечно, не от всего сердца, опять же. Немножечко подбешивает эта тема, что там неправильно как-то написано, не знаю, неудобно это написано, хорошо, давайте так это называть. Что там с аномалиями? Все еще изучаешь? Очень долго? Давай пошустрее, братишка, еще половина, ну потом посмотрим. Торговля пошла, это замечательно. Аномалия исследована, давайте все это посмотрим, что у нас тут. Улучшение научной лаборатории Института Хокинга, начисление очков науки увеличено, это нам нравится, сколько стоит, 4000 недорого. Из новинок у нас подъехали с вами улучшение жилых зданий, приветливые соседи, комфорт увеличивается. Рожденные на Марсе не теряют душевного равновесия. Хорошо, новая постройка трибоочистителей спускает электрические импульсы, которые препятствуют накоплению пыли на ближайших постройках, звучит хорошо. Можно разрабатывать глубинные залежи водяного льда. Здесь мы аж вот сюда прилетели. Чудо марсианской науки, космический лифт. Ну, космический лифт, мы знаем, что это такое. Стоит безумного количества денег. Затраты металлов и бетона на строительство снижаются на 20, кроме строительства куполов. Хорошо, пусть будет. Улучшение обычных гидропонных и грибных ферм. Автоматизация. Для обслуживания теперь требуется меньше рабочих. Слушайте, хорошие технологии к нам пришли на самом деле, но я вам спешу доложить, что мы с вами с помощью институтов обучили много людей. И это замечательно. Что у меня по аркологии? К сожалению, ничего, потому что я хотел еще людей завести. У меня есть такая возможность? Я не очень понимаю. Но это легко проверяется на самом деле. Я могу просто запустить, попробовать пассажирскую ракету, и мне об этом скажут. Так, а мы хотим, наверное, еще какие-то посмотреть аномалии на планете. Трех охранников, новые технологии. ДУ внедорожник отсутствует, 4 из науки не очень хочется. А если мы вот сюда пошлем? 600 миллионов у нас есть. Давайте-ка отправим такую экспедицию. А почему? А вот так, потому что. И сможем таким образом немножечко повлиять на атмосферу. Возможно, нам это все-таки в дальнейшем пригодится. Еще один прорыв совершен, давайте на него тоже глянем, что это у нас такое. В ночные смены трудоспособность всех колонистов повышается на 20. Ну, у меня особо ночных смен нету, но я хочу вам вот что сказать. У нас, наконец-то, вот здесь вот, когда выскакивает окошко, что каких-то ресурсов не хватает, присутствует только один ресурс, и это запчасти. То есть, по-хорошему, нам нужно делать вот так. Открывать смену, ну и обучать, соответственно, сюда персонал. Я бы, наверное, отправил бы еще одну пассажирскую ракету, посмотрел бы, что здесь есть инженеры. Если инженеры отсутствуют, то я бы брал бы, кроме инженеров, блин, геологов вообще тоже надо, ботаники появились. Блин, я хотел взять на самом деле других господинов, и побольше инженеров, и в принципе без образования, чтобы у нас они обучились именно тому, что нам необходимо. И я думаю, что уже в следующей части мы сможем спокойно с вами заниматься своими делами, наконец-то, начать это делать, двинуться как-то в сторону подземки, потому что уже очень хочется. Да, и нам говорят, что не хватает. Не хватает два места. Все равно запускайте, ничего страшного, я, возможно, сейчас что-нибудь подстрою. Вот сюда воткнем тоже усиление напоследок, чтобы вообще было замечательно. И получается, что у нас теперь наконец-то плюс по ресурсам. Церковь предлагает 63 в обмен на наши ресурсы. Я буду брать еду за бетон. Ну, как бы, сами понимаете, бетон — это дело такое, как бы. У нас его миллион пока что, и можно смело соглашаться. Здесь как бы еще куча всего. Отсюда тоже заберут, если что. Пускай летит, пускай забирает, еда нам пригодится. Мы не будем, по крайней мере, запариваться. Надо переходить на производство дронов в идеале. Ну а так, еще заселить немножко людей, которые будут здесь работать, чтобы поднимали на настроение. В общем итоге у нас получается следующее. Если мы посмотрим вот сюда, то здесь мы немножечко отстаем. Потому что все-таки электроники требуется больше. Но вот полимеры, по крайней мере, начали набираться. У нас 7. Ну вот расход 4, 2,5. Ну вот сюда еще парочку геологов, да, или как их там, инженеров. У нас как раз такая ракета летит, мы, наверное, сейчас ее дождемся. И надо будет попробовать изменить торговый путь. Короче, у нас проблема следующая, у нас заканчивается металл. Где его брать сейчас, я не знаю, кроме вот этого месторождения. Но для того, чтобы его добывать, нам нужно вот это изучить, а это 12 тысяч очков. В общем, проблема у нас будет точно еще одна с ресурсами. А сколько здесь у нас? 2100. Ну, в общем, такое себе, если честно, но все равно. Здесь, потому что, смотрите, сколько здесь, 13 единиц осталось. Ну, ракету сажаем, еще людей высаживаем. Хоть что-то мы смогли, но у нас образовалась новая сложность, которую нам придется преодолеть. Сейчас не знаю, насколько мы успеваем. Вот посмотреть, сможем ли мы изменить маршрут. Я думаю, что уже в следующей части этим займемся. Людей завозим, еда есть, ресурсы наконец-то хоть как-то пошли. И это уже, несомненно, радует. Сейчас еще вот сюда вот нам подвезут последних людей. И вообще дело попрет. Здесь забьем. Здесь забьем. Ну, понятно, что еще завод по полимерам нужно будет делать как минимум один. И пытаться, опять же, обучить персонал, либо завести его с земли. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и пока-пока.